А в Партизанске уже починили центральную дорогу. Она несколько лет стояла разбитой и вызывала проклятие автомобилистов. Дорожники Примавтодора положили несколько километров свежего асфальта на Ленинской. От остановки 10-я шахта до центральной площади города. Тем самым наладив движение в центре. Раньше здесь были такие глубокие ямы, что некоторые машины, застряв колесами, не могли выбраться из них самостоятельно. Радость только людям. Сколько здесь бились на этих ямах люди. А сейчас хоть сделали дорогу, любо прокатиться. Конечно, рады, что здесь сделали, но не сделано еще много участков. Вот от рынка, когда едешь вверх, то там вообще очень, очень такой участок, там разбитая дорога. Ну, и вот и в конце там Партизанской, и здесь вот есть очень еще участки есть, конечно. Но уже как бы прогресс. Раньше там-то вообще дороги не было, одни сплошные ямы. А сейчас, пожалуйста, как в цивилизованный мир по будто бы попал.